Подвели итоги районного конкурса «Учитель и воспитатель года». В отборочный тур вышли лучшие из лучших педагоги, что делятся своими знаниями и наставляют подрастающее поколение. Это колоссальная ответственность – учить детей, воспитывать, отдавать себя школе, где, по сути, закладывается фундамент будущей судьбы каждого человека. Конкурс проходил несколько дней. Для участников это было время особенных волнений, а для жюри – ответственная работа. Открытый урок – самое серьезное испытание для учителя. Условия знакомые для педагога, а вот окружение непредсказуемое. Ведь перед учителем не ее родные школьники, а ученики другой школы. Приходилось подстраиваться и находить общий язык с детьми, искать свежие решения, подачи информации. И помнить, за всем процессом внимательно следит строгое жюри. Педагог – это не просто профессия, это призвание, это целая жизнь. Я вас всех поздравляю, в этом конкурсе нет побежденных, да, есть лидеры, но нет побежденных. Педагоги показали отличные результаты, но звание «Учитель года» досталось только одному – математику из Кингисеппской гимназии Ирине Владимировне Тормозовой. Без внимания, подарков и теплых слов не остались все участники этого престижного профессионального конкурса. Павел Стороненков, Валентин Соколов, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ.